Да, ты, случаем, не новенький тут? Не очень разговорчивый, да? Пойдем, покажу тебе место, где просвещают всех новичков. Он полон приключений и испытаний, поверь. Здесь, помоги мне открыть, тут нужно два человека. Дам тебе один совет, расслабься. Привет, народ! Сегодня я расскажу о потерянной душе. Чтобы ее получить, надо просто пройти Гига-королеву. Экипировав ее, вы сможете начать путь снежной могилы, но для этого нужно прокачать потерянную душу. Для прокачки нужно с потерянной души побеждать врагов, но есть 4 фактора, влияющие на ее опыт. Они описаны в книге душ, но давайте я объясню еще раз визуально. Сколько дает опыт враг? Сколько раз ты убивал врага, чем меньше, тем больше. Был ли босс в Суприм моде? Добили ли врага с помощью способности потерянной души, это ледяной шок? Но потерянная душа на 10 и 19 уровне потребует получше кольцо, иначе не сможет преодолеть эти лимиты уровней. Стоит напомянуть, что нужно использовать кольцо как вашу броню, иначе никак преодолеть лимит. Какие и как добыть эти кольца? Для замораживающей кольцо нужно 10 уровень и просто поговорить с Эдисоном. Для тернового кольца нужен 19 уровень и купить его в секретном мусорном баке. Какие боссы лучше для получения опыта? Я лучше просто выведу мой личный список на экране, а не актуальный на момент записи видео. И если вы уже слишком много убили боссов, то с помощью настроек сможете сбросить свой босс-чартс, чтобы снова получать с боссов максимальное количество опыта. Только придется пройти всех обязательных боссов снова, чтобы все локации открыть, но с вещами второй главы это не проблема. Теперь главный вопрос, зачем было проходить это? Все это было путем снежной могилы, за которой вы сможете открыть доступ в общей сложности к 7 вещам и 2 дополнительным врагам. Спасибо за просмотр и покеда!